Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас обзор на X5M Gold. Показываю, как Gold выбрать. Выбирайте просто белый цвет. Вот тут есть разный: черный, серый, белый. Вот, есть Gold. Так вот, клацайте, здесь написано Gold. Выбираем его, короче. Итак, у нас X5M Gold. Gold — это золотой. Так, она, это фанаты Давидыча ее полюбят, видите, смотра написано, вся херня. И кто любит вообще бэхи, эмки, тому очень моделька понравится. Тонированная, катанная полностью. Полностью катанная в жопу. Красивая моделька такая. Так, попка вообще зачет у нее. Ну что ж, давайте проедемся на ней. Так. Ручник убираем, включаем первую. И поехали. Так, очень прикольная машинка такая. Особенно вот... О, вообще, смотрите. Вообще, огонь. Так, выезжаем на ней сюда, наверх. Так, я выключил трафик. Чтобы, ну, никого не было, чтобы никто нам не мешал наслаждаться этой прекрасной машиной. Но номера у нее не такие, как вы хотели бы. Давайте включаем вторую. И погнали. Машинка не очень быстрая, конечно. Но мне нравится лично. Не знаю, как вам, но мне нравится. Да, была бы она еще как у Давидыча, новая обклейка, такой военно-золотой, какой-то такой камуфляжно-золотой. Прикольно было бы. Так, мы уже максималку. Давайте попробуем на ней на скорости в поворот войти. Давайте сейчас налево. Опа, нормально, нормально. Так, давайте выключим аварийку. Так будет, думаю, будет лучше. Это X5M. Очень хорошая машина, такой гоночный внедорожник. Салончик такой. Машинка сделана так нормальненько, так достойно. Тонировка даже, видите, как реагирует. Вот светло, вот так вот, а так в тонировке. Давайте... четвертый на кольцевой поворот ходим. О, хорошо пошла, хорошо вошла машинка. Управление тоже хорошее у нее. Как я говорю, любители смотры и бэх оценят ее по полной. Так, поворачиваем. Где бы нам ее максималку развить? Везде кольца. Сейчас попробую найти трассу какую-то. Так, думаю, с такого ракурса вам будет лучше ее виднее и лучше вам будет нравиться смотреть на нее, чем с салона. Ночью вообще она смотрится охеренно. Давайте сюда повернем. Так, третью включили. Да, очень прекрасная машинка такая. Эти катанные фонари задние. Вообще просто космос. Так. Проезжаем сюда. Вот сейчас мы ее максималку Короче, поедем. Давайте вот так вот, чтобы ее максималку проверить. Не хочу я искать гоночную трассу. Ой, шоссе. Не хочу искать. Так, давайте включаем пятую. И поехали. Так, сейчас надо как-то там проскочить нам. Вот так вот. О, как надо. Как
тут и стояла. О, давайте с салона попробуем. Ох, скорость чувствуется, конечно. О, давайте как она ночью так смотрится. О, пацаны, это вообще отдельная тема, пацаны. Вот так вообще смотрится бомба просто. В темноте вообще просто сказка. Не отрицаю, что я люблю BMW. X5 M в том числе. Я хочу в темноту на ней заехать. Смотрите, какой переход. О, вот так вот вообще. Выключим, давайте дальний. Заднее зеркало у нас есть, как их? О, так лучше будет видно. Вообще просто идеальная машина. Колечко давайте здесь сделаем. Ее внедорожник качества, думаю, смысла нету показывать. Хотя ладно, давайте проверим. Потом ее внедорожник качества. Так, притормозим. Так. Давайте еще кружочек навернем. Не, по внедорожью, думаю, не будем ехать. Смысла нету. Так, мне очень нравится. Так. О, вот так вот лучше. По управлению тоже хорошая такая. Отзывчивая. Не знаю, может, кому это не интересно будет в 3D инструкторе, но кто хочет погонять на тачке такой, ссылка будет в описании на игру именно. Так, давайте на первую включим. На первую она вообще не тянет. Первая она уже в отсечку уходит сразу. Давайте выйдем в город. Давайте попробуем зайти на ней в поворот. Видите, очень хорошо идет, ее не сносит. Так, а вот и здесь и трасса есть. Давайте выйдем. Да, вот трасса как раз есть. Бля, ну на ней тут вообще классно ночью особенно валить. Днем не то, честно говорю. Ночью вообще классно ехать на ней. Так, давайте четвертое. Хочу максималку посмотреть. Это же X5M, он должен хотя бы 200 ехать. Думаю. Блин, кстати, я максималку не смотрел у нее. На видео посмотрите, там я показывал. Там характеристики должны быть ее. О, вообще по трассе на ней очень классно ехать. Вообще прекрасная машина. Не то, что я там, блядь, влюбился, просто машина понравилась мне. Ну, правда, посадка у нее немного высоковата. Пониже было бы прикольнее. Хотя это внедорожник считается, кроссовер такой. Ну, не знаю, не знаю. Катанный, конечно, он конкретно. Так, у нас какой-то автосалон еще или что это такое? Давайте заедем туда. На наши бэхочки. Бэхочки. Аварийку включаем. Так. Ага, у нас тут гелики стоят. А, это автосалон, да, я был прав. У нас тут стоят лопаты, и я врезался. Ой, так всегда. Как вы видели, у нас машина поднялась в небо, и у нас ничего не получилось. Пришлось перезапускать. Так.
Я хочу сюда сейчас поехать. Никогда сюда не ездил. Блин, как у него оптика просто, ну, мне очень нравится. Именно оптика ее такая прикольненькая. Ну, задняя оптика мне очень нравится. Выхлоп, конечно, какой-то дебильный сделали. Он как-то просто белый. Ну, бля, игра какого года? 12-го вроде. Я не помню, честно. Вроде бы или 9-го года, или 12-го. Ну, это уже сами кто-то там добавил вот эти машинки. А так там полный бред, полный. Давайте сюда поворачиваем. Ну, на ней довольно приятно ездить. А ну, что тут у нас парковка какая-то? Ох, нихера себе. А ну давайте пройдем на ней. Это будет такой тест-драйв полный. Так. Старт. Давайте попробуем все по инструктажу сделать. Так, не имею забыл присягнуть. Подъезжаем сюда. Так, стоп. Теперь нам нужно не скатиться, короче. Я так понял. Что-то колеса передние крутятся, но это нормально. Так. О, пошла, давай. О. Так, и здесь стоп тоже нажимаю. Так, нормально вроде остановились. Снимаем ручник и едем дальше. Так, не туда, не тот поворот не включил. Так, и поворачиваем сюда. Ух ты, ёб твою, налево. Ну, на бэхе это не трудно будет, я думаю. Так, аккуратненько вот так. Ой, бордюрку немного зацепили. Блять, нихера себе. Так, красный. Ой, мы заглохли. Ну, это бывает, пацаны. Так. Что-то я не ту нажимаю. Во. Так, поворачиваем сюда. Потом поворачиваем вот. Так, блин, на ней она просто большая, на ней неудобно так делать. Ну ладно. Так, проезжаем теперь сюда, наверное. Ага, теперь нам надо жопой припарковаться. Не, немного дальше надо приехать. Чё она глохнет, я не понимаю. Не, мы не заедем. Ага. Давайте еще раз попробуем. Да, наверное, дальше остановиться вот так вот. Заднюю включать. Что она у нас глохнет? Так, вот. Включаем первую. И выезжаем отсюда нахрен. Так, теперь сюда едем. Так, выворачиваем. Так, вот сюда. Теперь здесь надо, наверное, так само сделать. Блять. Немного на бордюрку выехали, но это тоже нормально. Как бы. Это нормально. Так, первая. И поехали. Давай. О, вообще по красоте. Так, теперь туда. Давайте еще один раз навернем кружок. Или вообще поехали уже отсюда нахрен. Или вообще будем заканчивать, думаю. Сейчас я припаркуюсь. Вот так вот, сюда. Так, задняя. Нейтралка. Так, думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан.
Всем пока и ждите новых серий.